Брат задает очень хороший вопрос, и он касается нашего отношения к другим формам жизни, то есть пришельцев. Верят ли мусульмане в пришельцев или нет? И по сути, это не шуточный вопрос. Это достаточно серьезный вопрос. Но мы не называем их пришельцами. Сотворил ли Аллах другие существа, или же мы единственные творения Аллаха? Вот в чем вопрос. И ответ таков, что мы никогда не узнаем этого в этом мире, а в следующей жизни, скорее всего, нам будет не до этого. Но некоторые ученые полагают, что Аллах сотворил также и другие формы жизни. И это все сводится к совершенству Аллаха как «Аль-Халлак». «Халлак» означает «творящий». Так что идея о том, что мы единственное творение и что после нас не будет других творений, выглядит как будто Аллах не творит постоянно и продолжительно. И ученые считают, что это принижает величие Аллаха. Аллах творит всегда и будет творить всегда без конца. То, что знаем мы, это только наш мир. И в нашем мире Аллах все устроил в таком виде, что наступит и день воздаяния. Это наша доля. Есть, конечно, и другие, до нас и после нас. Одновременно ли они с нами? Об этом ученые не говорят. Говорится, что Аллах творит постоянно. Но не исключено, что другие миры могут существовать одновременно с нами, или же другие существа. И имеется множество свидетельств вероятности этого положения. И, пожалуйста, не интерпретируйте наши слова искаженно. Мол, мы сказали, что есть пришельцы. Будьте осторожны. Мы лишь говорим, что имеются некоторые свидетельства в пользу вероятности того, что Аллах сотворил другие творения. Были ли они до нас или после нас, или же одновременно с нами? В Коране об этом не упоминается ничего. Но Коран, возможно, допускает вероятность, что имеются другие творения. А может, и не допускает. А какие некоторые из доказательств? Первое. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. И он создал для вас коней, мулов и ослов, чтобы вы ездили на них верхом, и для украшения их владельцев. Он создает также то есть такие творения, о чем вы не знаете. Вы никогда не узнаете об этом, так как это нечто, что вы не можете увидеть. А мы же продолжаем открывать новые виды каждый день. Но Аллах говорит не об этом, это нечто другое. Второе – это то, что Аллах говорит в Коране. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةِ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Из его знамений – сотворение небес и земли, а также всех живых существ, которых он расселил там, в небесах и на земле. Он способен собрать их всех, когда пожелает. Не только на земле – самават, а самават – это не только наше небо. Это далеко за пределами нашего неба. И Аллах говорит, что расселил все эти существа на них. Он способен собрать их, когда пожелает. Из этого можно понять, что здесь имеется в виду день суда, согласно большему мнению. Или же здесь имеется в виду, что Аллах сотворил все различные существа, и если Он пожелает, то способен собрать их. С точки зрения лингвистики, возможно, оба варианта. Есть также и другие основания, но я коснусь одного, как мне кажется, Аллах знает лучше, самого сильного основания того, что могут быть другие существа Аллаха. Сура Аль-Исра, где Аллах говорит: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Мы оказали почет потомкам Адама, даровав им знания, речь и удобное тело, и перемещаем их по суше и морю. Мы наделили их благами и вознесли над многими другими творениями. Это значит, мы даровали им явное превосходство над ними. Вы понимаете? Мы занимаем высокое положение, согласно этому аяту, но не самое высокое. Вы могли бы интерпретировать это, опять-таки, могли бы, хотя это из ряда возможного, что значит, в мире, в котором мы обитаем, кто находится на вершине пирамиды? Я имею в виду, какое творение? Мы, люди. Кто поклонился нам? Ангелы, джинны. Поэтому мы на вершине. И все же Аллах говорит в суре Аль-Исра: «Мы оказали почет потомкам Адама, даровав им знания, речь и удобное тело, и перемещаем их по суше и морю. Мы наделили их благами и вознесли над многими другими творениями». Опять-таки, это все неоднозначные моменты. И чтобы суммировать все и на этом сделать заключение, нужно сказать, что в Коране нет однозначного утверждения о существовании других форм жизни до нас или после нас.